В Музее искусства имени Костеева прошла выставка, которая отличилась разнообразием тем и завораживающей индивидуальной росписью. Было представлено более 40 работ молодого художника Кабылбека Аршина. Произведения, как «Сагыныш», «Кокбуры», «Нан» не остались без внимания ценителей искусства. Начав свой творческий путь в направлении реализма, художник решил пробовать себя и в абстракционизме. Я выбрал это направление, так как я и раньше работал в сфере реализма. Академизм – это наш фундамент, а пока ты не попробовал работать в этом направлении, то невозможно перейти на другое. Поэтому обязательно надо пройти через эту школу. Я могу с уверенностью сказать, что я прошел. Одна из знаменитых работ художника – произведение Арши, главной мыслью которой является честность. Благодаря абстракционизму молодой талант раскрывает весь свой внутренний мир. Он ищет ответы на вопросы о предназначении человека и стремится быть ближе к истине. Доброта и честность – одна из важных качеств человека. Я сразу обратил внимание на эту картину. Если в нашем мире такое понятие, как честность, было бы на первом месте, то было бы меньше кровопролитий и войн. 28-летний ученик известного художника и заслуженного деятеля Республики Казахстан Жумакына Кайрамбаева сообщил, что в жизни он высоко ценит свободу. Больше всего мне понравилась в работах свобода мыслей, свобода внутреннего мира. Когда человек чувствует себя легко и свободно, то можно раскрыть весь свой внутренний мир. А если человек в мыслях будет скован, как в сетях, то это будет плохо отражаться в его работе, и можно будет почувствовать несочетание красок. В целом, что в жизни, что в искусстве, самое главное – это чувство свободы. Участвовавший в различных конкурсах и выставках, талантливый художник Аршин рассказал, что готов продолжать трудиться, не покладая рук, и радовать своих поклонников новыми работами.